Приветствую, друзья! По вашей просьбе сегодня мы с вами отправимся на левый берег. Прогуляемся по некоторым улицам и посмотрим, как восстанавливаются кварталы. Надеюсь, вам видно на горизонте под заводом, бывшим заводом «Азовсталь», есть гора. Чуть позже мы с вами на нее посмотрим с другой стороны. Мы с вами приехали на центральную улицу левого берега, проспект Победы. Сейчас с вами прогуляемся по аллее, пересечем улицу Азовстальская, дойдем до обрыва, это Морской бульвар, и там я покажу вам, как восстанавливаются объекты, восстанавливаются ли вообще. В предыдущий раз я был проездом в этой части города прошлым летом. Тогда мы еще с Ваньком, с Машей снимали здесь для вас улицу Азовстальская. А уже конец зимы. Посмотрим, что здесь восстанавливают, что посносили. Ну, судя по всему, здесь были снесены целые кварталы, так как они не подлежали восстановлению. Бульвар Миотиды, 38. Дом по бульвару 50-летия октября, 32/18. Похоже, что дом уже восстановили. Здесь красивые старые дома, еще с красивой архитектурой. Эти дома будут восстанавливать. Бульвар 50 лет октября, 15. Хочу заглянуть с вами в эти дворы. Тут просто жесть. Посмотрите. Ни одного жилого дома. Живого дома. Представляете, какие здесь были бои. Если честно, то на правом берегу я уже отвык это видеть. За год все-таки много там отстроили, восстановили. А вот левый берег, конечно, эта часть города, здесь просто жесть. Вот такие есть все еще районы. Их только ожидает в будущем возрождение.
Да, ни одного живого дома. Там вижу, во дворах работает кран, возводят новостройку, то ли восстанавливают какой-то старый дом, возможно. Просто жесть. Да, все эти дома вокруг, скорее всего, под снос. Вряд ли здесь что-то подлежит восстановлению. Здесь просто жесть. Вау. Добрый день. Вы здесь живете? Это жесть. Это жесть. На втором этаже? Да. Так а вам что, не предоставили где-то в общежитии хотя бы какое-то жилье? А почему? Ну, восстанавливать-то понятно, многие просто аж получили. Многие-то, да, получили. А вы обращались? Конечно, так у меня не угодно, ничего, все сгорело. А что, что здесь? Мостовик. Стреляли. Вот такими вещами. А откуда? Видите, откуда летело? Откуда? С Азовсталя, да? Это вот укропы колотили посюда. Ну да, да, я слышал много от людей, что накрывали этот район с Азовсталя. Да, там могила даже есть. До сих пор? Ну, перезахоронили сейчас, ну, хоть, ради бога, хоть так вот. Ну, по-человечески поступили. Ну, вот там вот могила. Попали под обстрелами, под всем. Ну, а что, куда девать? Ну, приходите. Да, да, да. Все, все разбито. Так а как вы выживаете здесь вообще? Вот так выживаете. Ну, кто-то помогает вам вообще? Конечно, не помогает. А, ну, а кто-то из родственников? Да, родственники, они все в России. Так. Ну, все равно, как же так? А, вот так и живем. Четверо человек нас тут. Вот в подъезде четверо человек. Сколько? Четверо человек. А, четверо здесь живут? Да. Вот приходится так как-то выживать. Да. Ну, ну там стекла-то не вставили, просто сарафаном обшили. Угу, угу. Вот. Полиэтиленом, да, просто так. Обтянули и все. Только так. А тут что-то после войны осталось. Бардак, да, да, здесь еще даже ничего не трогали, я вижу, вообще ничего. Не. Некоторые дома там в той стороне начали восстанавливать, но а здесь, конечно... Там, да, вот там, да, начали вот. Тот дом восстанавливают, там какие-то снесли, какие-то восстановили. А здесь вот это будут восстанавливать, и все кирпичные сказали, будут восстанавливать, все поснёт. Новые дома будут строить. Вот когда только, я не знаю. Каждый день туда ходит какая-то делегация. Туда-сюда, туда-сюда. Снимают, фотографируют, то все. Вот вроде там и нифига. Да. Вот уже год такой результат. Документы-то, допустим, сгорели. В архивах же есть как-то, можно же, правильно? Есть, да, есть. А у вас документы и паспорта сгорели? Все да, сгорело? Все, все сгорело. Все сгорело. Ничего не осталось. Да, это, конечно, жесть. Тут и милиция приезжает постоянно, уже знакомые. Ну, как стали, ну, приезжают. Как вы тут выживаете, удивляются, да вот так что. Ну, бац, воду привезут там, полторашки, ну, милиция, да. Там сигарет привезут, когда, ну, такой бывает. Привозят, ну, каждый день тут заезжают, или оттуда, или оттуда. Менты, да? Да, подъезжают. Местные. Спрашивают, да, местные. Они не местные, так, с Питера. А, ага.
ну, с России оттуда. Ну, помогают, хоть что-то. Ну, хоть что-то, хоть как-то, да. То воды, то сигарет там привезут. Ну, нормально так. Ну, здесь-то еще ладно, а там дальше, да, ужас. Угу. Там живого места нет. Там не смотрел? Прошлым летом я проезжал вот здесь по этой дороге, ну, по бульвару, и, ну, да, окраину ту смотрел, но сюда я не заглядывал, я не заходил в, там тоже во двор. Ужас. Я не ожидал просто, да. Там ужас тоже такой, что творится. А тут еще мусор начали возить. Сюда? Да. А, сюда привозят мусор, да? Да. Скидывают все. Выкидываем, целыми машинами. Вон иди, я покажу тебе. А, вот это сюда свозят, да? Да, вот это все, и там до конца все это мусор. Угу, угу. Это все вот целыми машинами возят. Вот, посмотри. Угу. Вот, выкидывают. Вон сколько навыкидывали. Так я не знаю, откуда что-то. Угу. Бутылки, что-то нет тут, блин. Строительный мусор выкидывают. Угу. Вот, все. И сплошняком тут туда все выкидывают. Вдоль этой улицы, да? Прямо? Да. Все выкидывают. Понятно. Сносить их будут, не сносить, я не знаю. Да здесь, по-моему, ничего не подлежит вообще восстановлению. Ну, визуально, может быть, этот дом, может быть. Не-не, его сносить будут. Будут сносить, этот, да? Этот. Просто вот подобные восстанавливают. Кирпичные, этот еще не сильно. Кирпичные восстанавливают. И все. Кирпичный, вот это вот здание. Угу. Восстановят вот. Какой? Вот это. Вот этот, ваш дом? Да, да, да. Ваш дом будут восстанавливать, да? Остальное под снос. Спасибо, что показали. Я, конечно, буду иметь в виду, что здесь кто-то еще живет. Четверо человек, что больше нет. На днях буду проездом. Какие-то продукты привезу вам. Хорошо. Что-то, спасибо, да. Спасибо, заранее еще, конечно. Я просто, честно, не ожидал. Не ожидал. Вот еще люки, все, все поворовано. Кашу даже и то с кастрюли унесли легче. Угу. Все удивляюсь. Ну, ходили там, молникарку привозят кашу на площадь. Угу. Ходили, взяли и то увезли. Кашу унесли вместе с кастрюлей. Ага. Кому она нужна? Не, ну, видите, значит, ну, конечно, здесь достаточно людей, кто, ну, да, выживает таким же способом, да, в разбитых домах. Да-да, тут постоянно жесть. Ходят. Постоянно. Это сосед. Да-да, я понял. Сосед. Вот, раз, два, три, еще одного. Ну, придет на работу. Завал, конечно. Вот, это тоже мусор, вот и да. Привезли. Эх, хлобысь тут выгрузили. Угу, вот это скинули сюда, ну, да, просто? Да. А там люк дальше. Угу. Не смогли тут дерево, не смогли проехать. А-а-а. И тут бросили прямо и поехали. Чуть-чуть. Вон там мусор тоже, вон все в мешках вывозят, выкидывают. Угу. Все. Я не знаю, ну, сюда потом будут экскаваторами заезжать, сгребать так, все подряд. Так, конечно. Поэтому они сюда все и скидывают. Вот все сюда. Да. Вон, возите туда, вон. Целая территория пустая там. Угу. Никого нет вон. Заезжай, да высыпай. Нет, сюда, да, главное. Ну да. Такая вот история. Вау, друзья, я не ожидал, что здесь еще и кто-то живет. Хотя, чему удивляться? Я уже встречал, но просто я не видел таких районов, таких масштабов. Здесь просто завал, конечно. Надо будет как-то помочь мужикам, хотя бы продуктов привезти. Конечно, завал, завал. Как они выживают. Это улица Азовстальская. Прошлым летом я для вас уже снимал эту улицу. Здесь много объектов уже восстановили. Некоторые все еще в процессе. Ну а нам с вами прямо. С правой стороны, за этим забором, снесен целый квартал. Целые районы снесены здесь. Там дальше завод «Азовсталь», бывший.
Да, здесь руины. За этот дом уже взялись. Его восстанавливают. Работают строители. Вас видно, не будет в кадре. Чего вы боитесь? Только что общался с женщиной, вот идет к нам спиной. Она из этого дома ждет квартиру, ходит, гуляет кругами, но лицо она побоялась показывать, стесняется на камеру что-то рассказывать. Дом уже восстанавливают, говорит, что сделают фасад, коридоры, как везде, в принципе, окна, батареи и все. В квартирах ремонта не будет. Ну, во всяком случае, пока такая информация у нее. Ничего нового. Здесь тоже были снесены несколько объектов. И мы с вами уже подошли на Морской бульвар. Вот представьте, вся эта территория была снесена. Огромная территория. А вот и та гора, о которой я вам в начале ролика говорил. Сейчас мы находимся с другой стороны. Здесь тоже есть пляж, но очень мелко. Наверное, метров 100 идешь по воде, и вода по колено максимум. Здесь был дом номер 44. Его снесли. И с левой стороны от крана дом номер 46. Этот дом меня попросили показать. Сейчас подойдем поближе. Эту часть дома разобрали и уже начали восстанавливать от фундамента. Здесь тоже ведутся восстановительные работы. Воинам-освободителям 221-й Мариупольской и 130-й Таганрогской дивизий. Слава героям 41-45 годов. В этом доме прямо живут родители моих друзей. Я очень рад, что их дом целый. Хорошие люди здесь живут. Дома вдоль Морского бульвара не сильно пострадали дальше.
Вижу дома целые. Наверняка где-то осколками посекло, но в целом дома не разрушенные. А эти дома прошлым летом я для вас уже снимал, друзья. Тогда они еще были в процессе восстановления. Сегодня мы их видим уже в другом облике. Лучшем, гораздо лучшем облике. Красивые дома, стали. Школа номер 10. Тогда она тоже была в процессе восстановления. Но уже сегодня здесь учатся дети. Да, здесь уже постелили новый асфальт. Если вы посмотрите тот ролик с прошлого лета, то здесь еще не было этих дорог. Детский сад, я тоже вам этот показывал уже. Красивая школа и большая. Ух ты, как красиво выглядят эти дома. Тоже посмотрите в ролике, как они выглядели раньше. Улица Азовстальская, 57. Приятно видеть такие изменения. Дома здесь преобразились. Класс. Итак, друзья, сегодня мы с вами прогулялись по одному из самых, я бы сказал, самых сильно пострадавших районов левого берега города Мариуполя. И несмотря на то, что некоторые районы все еще не восстанавливают, я знаю, так как я вижу, с какой скоростью, какими масштабами, с какой динамикой восстанавливается наш родной город. Мариуполь будет процветать. Всем мира и добра. Пока.